Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Алексей Алексеевич. Я вас слушаю. Звонок вам поступил с кредита Европобанка Москва, центральный офис, Никита Андреевич Кудрявцев, ведущий специалист управления мониторинга задолженности. Информирую вас о том, что разговор наш с вами записывает. Звонок вам поступил относительно просроченного долга. Сумма на сегодняшний день у вас по револьверной карте составляет 16 360 рублей 74 копейки. Карта Феррари 17 357 рублей 23 копейки. Требование кредитора в течение 48 часов оплатить долг. Оплата будет с вашей стороны? Не, не будет. Это ваше окончательное решение? Ну, не знаю, на данный момент нечем оплачивать. То есть ваше окончательное решение, да, оплаты не будет, правильно понимаю? Наверное, вы хозяин своим мыслям, раз решили, что правильно понимаете, наверное, так и есть. Я сказал то, что вы услышали, а вы там понимаете, как хотите. Нет денег, нет возможности. Нет денег? А кто покупает вам продукты питания, предметы первой необходимости? Я же вам сказал, нет денег для оплаты кредита на продукты, на предметы первой необходимости, для семьи, все у меня есть. А на удовлетворение амбиций коммерческой структуры у меня денег нет. А, то есть мы не дали вам быть в нищете, то есть хотя бы хоть как-то вы непосредственно существовали, дали вам денежные средства, а теперь вы считаете, что это наши амбиции, да? Я писал так, в анкете, что мне нужны деньги на путешествия. Я совершенно спокойно съездил в Таиланд и вот вернулся, а сейчас у меня нет денег. Ну, я говорю, то есть мы преследуем свои амбиции, да? Я в Таиланд съездил, провел, то есть вы, очень хорошо. Вы, чтобы не оказались в нищете, потому что у вас все было плохо в жизни, обратились к нам, чтобы попросить у нас денег. Да нет, я же вам объяснял, для чего я к вам обратился. У меня друзья летели в Таиланд, а я с ними хотел полететь. Они да, взяли Вальпари вы тоже, да? Какой? Тоже Таиланд там находится, Вальпари. Что такое Альпари? Альпари. Не понял, у вас что Макдоналдс. А, Альпари это биржа, я вспомнил. Альпари это, да, это платформа для торговли акциями. Причем здесь Назаэс кого заправляли? А Макдональдс зачем? Мы упомянули. Я же вам сказал, конкретно. Вы вообще со мной сейчас разговариваете? Назаэс кого заправляли? Какую машину заправляли? Чью? Что? Вы сейчас, подождите, вы сейчас соберитесь мыслями. У вас это самое раздвоение личности или что? Назаэс кого заправляли? Кого заправлял? Чего? Да, на АЗС кого заправляли? Вообще, откуда звонок? Из психушки? Ну, кого заправляли на АЗС? У вас машина? Не, давай, отвечай мне, это самое, брат лихой, ты откуда звонишь? У вас автомобиль имеется? У меня их два. Ну, точнее, не у меня, а у моего брата и у моего племянника, но я на них передвигаюсь, потому что они мне их дают постоянно. Ну, точнее, это мои машины, но они оформлены на счет, них, да. Вы за наш счет еще заправляли? Нет, да автомобиль за ваш счет? Своих не, братьев, я в другом, да, банке кредит взял заправляться. Вы с кредитной карты тратили денежные средства, заправлялись на АЗС. Угу. Ходили в Макдоналдс. Ну какой вы? Альпари покупали. Кому косметику покупали? Альпари это платформа, на которой акциями торгуют. Альпари. Вот. И там у меня счет, и я совершенно успешно торгую месяц, на срочном рынке. В апреле и в апреле, и в мае, да. Ну, я